Рюминский пруд имеет значительное ландшафтное, архитектурное и рекреационное значение для города, поскольку территориально он прилегает к Центральному парку культуры и отдыха. По этой причине его состояние может характеризовать общее экологическое состояние города. Последние работы по очистке водного объекта проводились еще при строительстве стадиона ЦСКА в 70-е годы. Поэтому в 2014 году губернатором было принято решение о том, что данному водному объекту нужно уделить значительное внимание. Здесь будет комплекс мер по экологической реабилитации водного пруда и капитальному ремонту гидротехнического сооружения, которым этот пруд образован. Сам пруд образован плотиной на реке Лыбедь. То есть мы с вами, в общем-то, стоим на реке Лыбедь, можно сказать так. Рюминский пруд – это чисто исторически сложившееся название. Проектная документация была разработана также в 2014 году Саратовским институтом. Уже тогда, после обследования территории объекта, было принято несколько значимых мероприятий по восстановлению логического состояния реки. Среди них расчистка донных отложений, береговой полосы от древесно-кустарниковой растительности и строительство фильтрующих сооружений на водопритоках. Их три. Это сама река Лыбедь, каскад прудов, находящихся в районе Галинчинской улицы, и третий водоприток – это балка, которая находится на территории ЦПКИО. Там строятся небольшие фильтрующие сооружения для того, чтобы поступающая в пруд вода стала чище. Само изъятие донных отложений, оно имеет, скажем так, щадящий характер. То есть это производится гидронамывом, здесь будет определенного рода механизма работать, и этот намыв будет идти не на открытую площадку, потому что, опять же, центр города, донные отложения, они имеют, как правило, не очень приятную влажную консистенцию, грязные, не очень хорошо пахнут. То есть намыв идет в геотубы. Это специальные мешки, в которых и будут увозиться с этого объекта неприглядные и даже вредные донные отложения. По мнению представителей Минприроды, это технологически очень верное решение для центральной части города. Это позволит сохранить прилегающую к пруду территорию в достойном виде. Помимо этого, планируется укрепление береговой полосы биоматами, современными технологическими материалами, которые позволяют высадить травянистую растительность и закрепить откос для того, чтобы не было вторичного смыва загрязняющих веществ в пруд. Пройдет свою модернизацию и гидротехническое сооружение, которое образует Рюминский пруд. Сейчас, если говорить простыми словами, трубы засорены. Гидроузел на реке Лыбедь, образующий пруд, находится прямо на этом месте, перед стадионом ЦСКА. Его ремонтом займется администрация города. После этого появится возможность проведения мероприятий, необходимых для предотвращения заиления Рюминского пруда.